Четыре полосатых детеныша пополнили семью суматранских тигров в берлинском зоопарке. Все они носители ценной генетической информации, необходимой для сохранения вида. Публичный дебют четверки суматранских тигрят порадовал посетителей и журналистов зоопарка. Две самки и два самца – дети семилетней Маянки и 10-летнего Хафрана. Родители приехали в Германию в 2013 году. Малышам еще предстоит получить имена. Варианты предложили представители администрации и посол родины зверей Индонезии. Кьяра, Оскар, Вилли и Сери. Суматранские тигры – самые мелкие из диких полосатых кошек. На Индонезийском острове, давшем им название, они живут как в приморских низменных районах, так и высоко в горах. Их численность постоянно сокращается, что ставит тигров в положение критически угрожаемого вида. В дикой природе осталось от 500 до 600 тигров. В зоопарках по всему миру 250 особей. Необходимо поддерживать широкое разнообразие генов. Мы очень рады каждому новому зверю.